К новостям спорта мы еще вернемся. В год экологии в Кузбассе запланировано около сотни мероприятий. Об этом напомнил начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий на областном совещании. Общий объем финансирования около 3 миллиардов рублей. На открытом форуме вопросы охраны окружающей среды и природопользования обсудили руководители угольных предприятий. Об экологических проблемах задумываются и дети. Подведены итоги традиционного конкурса рисунков на тему охраны природы. Конкурс рисунков, посвященный Дням защиты от экологической опасности, проводится в компании «Южный Кузбасс» четвертый раз. Тема этого года – мир заповедной природы. 39 работ представили дети работников предприятий. Я очень рад, что вы откликнулись на наше мероприятие. Конечно, большое спасибо родителям, большое спасибо, конечно, экологическому нашему управлению. «Южный Кузбасс» и «Мечелманин» вкладывают огромные деньги для того, чтобы наши предприятия работали меньшими выбросами. Школьники изобразили животных и птиц Кузбасса, приготовили плакаты, призвали беречь природу. Образы выбирали сами. Я посмотрела когда на птиц и засмотрелась на них и решила их нарисовать. Победители конкурса наградили почетными грамотами. Все участники получили подарки. Главный – поездка в экологический центр заповедника Кузнецкий Алатау.